Здравствуйте, на канале ФКТ. Время новостей о событиях понедельника, 4 марта. Вам расскажут мои коллеги и я, Инга Габеши. 1600 домов отремонтировано в крае в рамках реализации программы капремонта. На очереди в этом году 805. На Кубани выросла собираемость взносов. Кому нужна цифровая приставка? Перейти на новые технологии телевидения сочинцам помогут волонтеры. «Вместе мы жизнь». Сочинец в благодарность за помощь в лечении организовал благотворительный концерт и теперь сам занялся волонтерством. Весенний трофей. На всероссийские соревнования по картингу в Сочи собрались пилоты из 30 регионов страны. На престижную гонку попал и сочинец. На Кубани выросла собираемость взносов за капитальный ремонт. Более 80% жителей региона регулярно оплачивают квитанции. Об этом сегодня рассказал Вениамин Кондратьев. Губернатор провел планерное совещание, на котором собрались его заместители, руководители профильных ведомств. На видеосвязь вышли все главы муниципалитетов. На сегодняшний день в крае отремонтировано более 1600 домов. Но, несмотря на положительную динамику, некоторые города и районы оказались в списке отстающих. В 9 муниципалитетах за прошлый год не привели в порядок ни один дом. Вениамин Кондратьев напомнил, реализация программы капремонта – это в том числе контроль глав на местах. А также добавил, что люди перечисляют средства в фонд ради результата, а значит, нужно обеспечить им скорый ремонт. Еще пару лет назад жители края достаточно негативно оценивали вообще ситуацию с капремонтом домов. И практически в каждом муниципальном образовании об этом говорили, что мы платим, ничего не делается, а если делается, то спустя рукава. Я могу сейчас констатировать, что, безусловно, спустя 2 года ситуация изменилась, но, наверное, не поменялось в корне. 2 миллиарда рублей уже расписаны на те подрядные работы, которые выполняются. Ну, 3 миллиарда рублей, коллеги, пока лежат на счетах. 9 муниципалитетов у нас в прошлом году ни одного дома не отремонтировали. Как можно заставить людей из Гультеевического, Динского, Ейского, Калининского, Крыловского, Славянского, Староминского, Туапсинского и Услабинского районов платить, если у них в течение года ни одного дома многоквартирного не отремонтировано? Как? Знаете, вот, коллеги, мне непонятно, когда есть деньги, по-простому говоря, ничего не решается. Всего в программу капитального ремонта до 2043 года включены почти 18 500 многоквартирных домов. Только в этом году в крае планируют отремонтировать 805 объектов. А на выполнение государственных и краевых программ в ближайшие 3 года в регионе добавят 27 миллиардов рублей. Средства пойдут на развитие малого бизнеса, строительство инфраструктуры и на социальную сферу. Краевой бюджет уже называют бюджетом развития. Наши краснодарские коллеги о том, куда именно направят миллиарды рублей. Здание старой швейной фабрики в Краснодаре. В советские времена здесь в огромных объемах выпускали спортивный трикотаж. Сейчас легкая промышленность разбилась на небольшие предприятия. На одном из этажей трудится частное швейное производство. В данный момент мы выполняем заказ для крупной ростовской фабрики. По нашей специализации женская одежда. 15 тысяч изделий в месяц. Для малого бизнеса неплохой результат, рассказывает директор компании Анна Мазур. Когда 9 лет назад вместе с мужем запускали фабрику, на ней работали 10 человек. Сейчас 50. В модельном ряду платья, блузки, футболки и модные сейчас свитшоты. Но чтобы держаться в тренде и развиваться, нужен не только творческий подход. Нужны дешевые деньги. Где их взять? Банк. Но дешевыми в этом случае финансы не назовешь. В качестве эксперимента Анна получила займ в региональном фонде микрофинансирования. Очень помогает, потому что переплата получается минимальная. Мы брали плоттер, новый плоттер итальянский для распечатки лекал. Мы брали машинки швейные дополнительные, мы брали и машину для установки кнопок, и термопресс мы брали проходной. Ну, хорошо мы обновили оборудование. Фонд микрофинансирования, по сути, единственное место на Кубани, где малый бизнес может рассчитывать на очень дешевые займы. Ну что такое по нынешним временам 6% годовых? При том, что это максимальная ставка, может быть еще меньше.
Подобный источник финансирования становится стратегическим инструментом для поддержки малого и среднего бизнеса в крае. Только в прошлом году было выдано 593 займа. Ни для кого не секрет, край аграрный, поэтому, конечно же, большая часть заемщиков – это аграрии, практически 65% от портфеля. Также производство – около 15%. Хочу еще заметить, что в этом году сумма микрозайма увеличена с 3 миллионов до 5. Почти за 5,5 лет работы Кубанский фонд микрофинансирования стал ведущим в России. Добавить денег в его копилку – совместное решение региональной администрации и законодательного собрания края. Фонд микрофинансирования края, благодаря уже принятому вами решению, становится полнее на 500 миллионов рублей. И общая сумма фонда микрофинансирования края – 1,5 миллиарда. 1,5 миллиарда. Коллеги, это фонд сегодня по соизмеримости это номер один среди других субъектов федерации по наполняемости. 1,5 миллиарда рублей. А что это такое? Это развитие малого и среднего предпринимательства. То есть возможность не в банк пойти и взять огромный процент кредита, а в фонде микрофинансирования, а совсем другой процент, от 4 до 6. А как иначе? Мы поддерживаем малый и средний бизнес, они поддерживают экономику региона, и они, конечно, еще наращивают собственную экономику, и количество малого и среднего бизнеса у нас растет. На данный момент в Краснодарском крае зарегистрировано почти 300 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Много это или мало? В любом случае, такое количество частного бизнеса говорит о здоровой экономике. Ведь деньги, как справедливо заметил губернатор, должны работать. Работать на людей. Поправки в региональный бюджет, которые приняли в парламенте, продолжают тренд социально ориентированной казны. Достаточно взглянуть на основные расходы в ближайшие 3 года. Больше 6,5 миллиардов рублей направят на расширение первой краевой клинической больницы. Около 4 миллиардов пойдут на создание дополнительных мест в школах и детских садах. И почти 2,5 миллиарда рублей выделят на строительство школы-интерната в Краснодаре для одаренных детей. Что это, как не инвестиции в человеческий капитал? 27 миллиардов рублей, конечно, это большие деньги. И, конечно, мы их в первую очередь вкладываем сегодня в социальное направление, в социальное развитие. 600 миллионов рублей плюсом, коллеги, плюсом пойдут на развитие медицины. Это, прежде всего, первичное звено наше, это районные наши поликлиники, ФАПы, то есть ремонт, переоснащение, современное медицинское оборудование. И еще раз подчеркиваю, это все пойдет в сельскую местность, в районы. Это плюс 600 миллионов. Это тоже серьезная сумма. Еще раз подчеркиваю, серьезно. Если все это сложить, уже 5 миллиардов получается. Никогда. Раньше вот у нас не было такой финансовой направленности вот на эти сферы. 27 миллиардов на 3 года. Дополнительные деньги на поддержку различных программ. Это одновременно и возможности регионального бюджета, и жизненная необходимость, считает экономист и член общественной палаты края Александр Полиди. Школы, больницы, малый бизнес, дороги, инфраструктура – все это во многом пересекается со стратегией развития Кубани до 2030 года. Это кардинальное улучшение качества человеческого капитала. И что такое человеческий капитал? Это не только наличие рабочей силы, это ее квалификация, это ее здоровье, это производительный труд, это возможность самореализации, это возможность здравоохранения, это активное долголетие и так далее. То есть все те аспекты здоровой, активной и продуктивной жизни людей, которые сегодня являются номер один фактором для развития вообще экономики, не только краевой, но и российской в целом. Все это означает, что в современном мире меняются подходы к развитию экономики. Люди становятся главным ресурсом, вкладываться в который необходимо с детства. Этим во многом объясняется масштабное финансирование в крае любительского спорта. Внедряются даже инновационные решения, например, уроки самбо в школах. Бороться так удовольствие доставляет. Занимать первые места, стоять на пьедестале почета. Прям нравится. К 2021 году подобные занятия намерены проводить в каждой кубанской школе. Самбо вписано в общеобразовательную программу. Учителя физкультуры специально проходят переквалификацию в профильном вузе. Но это, что называется, первая ласточка. В перспективе в крае должна заработать целая цепочка по подготовке к данному виду спорта. Конечно, для этого нужны и оборудованные залы. По спортивным комплексам малобюджетным я тоже сказал, что в этом году 350 миллионов плюса мы тоже даем на эти малобюджетные спортивные комплексы.
И очень важно, мы сегодня самбо в школах обязательным уроком делаем. У нас сегодня 300 школ на этом обязательном уроке. Не просто это делается. А у нас больше 1000 школ должны перейти к 2021 году на самбо. Но это же тоже просто даже не акция. Даже должны появиться районные центры самбо. Поэтому у нас 15 и плюс 10 в этом году мы таких же малобюджетников будем строить в районах центры самбо. То есть, потому что те, кто в школе проходит эту первичную подготовку, понравилось, дальше они должны как-то реализоваться уже более профессионально. Значит, должны быть районные центры самбо. И в каждом районе, я уверен, мы их настроим, и будет у нас 44 районных центра самбо по краю. Задачи амбициозные, но и краевая казна перспективная. От экспертов и политиков теперь часто можно услышать, что кубанский бюджет – это бюджет развития. Александр Иванченко, Виктор Чаусов, Артем Тумар, Кубань-24, Краснодар. Благоустройство территории, реконструкция переправы и ремонт в школах. В муниципалитетах отчитались об исполненных поручениях губернатора, которые были даны в ходе личных приемов граждан. К Вениамину Кондратьеву чаще всего обращаются с проблемами, которые касаются сферы ЖКХ. Подробности в нашем следующем сюжете. Прогнившие деревянные доски и неустойчивые перила. Так в январе выглядел пешеходный мост в станице Новолокинской. С центром поселения переправа соединяет всего лишь одну улицу. Чтобы не подвергать себя опасности, люди обходили путь в 3 километра, когда по мосту он гораздо короче, всего 200 метров. О том, что путепровод находится в аварийном состоянии, жительница станицы Оксана Ракелова рассказала Вениамину Кондратьеву в ходе январского приема граждан. По поручению губернатора там начали ремонтные работы. И уже в середине февраля мост стал доступен для местных жителей. Наш мост долгое время находился в аварийном состоянии. И для нас, жителей станицы Новолукинска, это была огромная проблема. Потому что у нас улица Заречина – это самая отдаленная улица нашей станицы. И там проживают и многодетные семьи, и много пенсионеров, которым очень далеко добираться было до центра. И сейчас мы очень рады тому, что наш мост отремонтировали. Обновленный пешеходный мост для станичников – большое событие. Здесь демонтировали старое, установили новое деревянное покрытие, а также металлические перила. ЖКХ и благоустройство территории – одна из частых тем обращения губернатору. На одном из приемов в главе региона приехали жители Павловского района. Они попросили помочь в строительстве тротуара вдоль одной из дорог в поселке Октябрьский. Людям приходилось ходить по проезжей части. У нас это единственная дорога к объектам социального значения – школа, больница. У нас за год было 2 смертельных случая. Мы неоднократно обращались во всевозможные инстанции, но вопрос этот не решился до сих пор. Тогда Вениамин Кондратьев объяснил главе Павловского района, что тянуть с решением таких вопросов и заставлять людей обращаться с просьбой о строительстве тротуара к губернатору – неправильная работа. Если вы до сих пор не пришли к способу решения вопроса, то как же вы собираетесь его решать тогда? Поэтому еще раз подчеркиваю, с 2009 года идет переписка, потому что на весь, что вы есть, что я смотрю, что особо результата нет, потому что проблему так никто и не вник, и не погрузился. Но уж точно тротуар явно не компетенция Министерства транспорта. Явно не компетенция. Это у вас должен быть четкий алгоритм и способ решения вопроса. И вы уверяете, Борис Иванович, что вопрос будет закрыт? Точно. Вот это что, 2009 года переписка, футбол в народе, меня не устраивает. И устраивать никогда не будет. Все, договорились, вопрос снимается. До первого повестки дня сегодня, до конца года, чтобы тротуар был. По просьбам жителей поселка возле учреждения были установлены мигающий светофор, лежачие полицейские. Кроме того, у школы появились уличное освещение и тротуар. На личном контроле губернатора масштабная работа по благоустройству городов и поселений. Так, в Абинске сделали капитальный ремонт сквера по улице Интернациональной. Работы провели в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Здесь заменили тротуарную плитку, установили детские площадки, дизайнерские клумбы. Занятия по душе в этом парке себе найдет каждый. Любители активных развлечений – те, кто просто предпочитает единение с природой. Места больше стало, можно на роликах, на самокате покататься, а еще тут очень весело. Сейчас, конечно, мы видим парк обновленным, красивым, уютным. Здесь прекрасные возможности для детей. Вы видите, какие площадки замечательные. Для молодежи. Здесь созданы условия также для занятия спортом, для старшего населения.
Еще одно долгожданное решение, к которому пришли после приема граждан. В станице Ильинской Новопокровского района по поручению губернатора в местной школе заменили кровлю. Капитальный ремонт в образовательном учреждении не проводился около 40 лет. Крыша стала протекать. Сегодня учебный процесс уже не срывается из-за плохой погоды. А в хуторе Марьинском Тбилисского района в школе номер 8 появился новый автобус. На прошлом перевозить детей было уже небезопасно. Теперь для маленьких пассажиров путь к знаниям намного комфортнее. Яна Бузычкина, Кубань, 24. К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. Пятого марта в Сочи переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 3. Днем 10-12 градусов выше нуля. Весенние образы от французской фирмы «Эвелин Болеро». Модные наряды на новый сезон. Магазин «Дамский каприз», торговая галерея напротив «Агропрома». Создай свой новый образ. Деловой или дерзкий. Эксклюзивные модели из новой коллекции французской фирмы «Эвелин Болеро» в магазине «Дамский каприз». Торговая галерея напротив «Агропрома». В Краснодарском крае на улучшение условий жилья молодых семей направят 335 миллионов рублей. Средства предусмотрены в рамках госпрограммы обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации. Программа реализуется в крае с 2004 года. За этот период жилищные условия смогли улучшить более 2700 молодых кубанских семей. Они получили поддержку более 1,5 миллиарда рублей. В этом году в программе участвуют 54 территории края. На реализацию мероприятия предусмотрено более 335 миллионов рублей, в том числе более 86 миллионов из федерального бюджета, 81 миллион рублей из краевого и 169 миллионов средства местных бюджетов муниципальных образований. Молодым семьям предоставляются соцвыплаты на приобретение готового жилого помещения или строительство индивидуального дома с привлечением собственных средств или средств ипотечного кредита. Поддержку может получить молодая семья с детьми или без, в том числе неполная, признанная, нуждающаяся в жилом помещении. При этом возраст каждого супруга не должен превышать 35 лет. Размер соцвыплаты в среднем по краю для семьи из трех человек составляет 782 тысячи рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. Ну а 3 июня в Сочи отключится аналоговое телевидение. Перейти сочинцам на цифру помогут волонтеры. Сегодня в Совете ТОС Центрального района прошло первое разъяснительное занятие. Собрались в основном председатели советов ТОС, кто, собственно, и будет разъяснять людям старшего поколения, как смотреть телевизор после 3 июня. Те, у кого подключено кабельное телевидение, могут этой темой не интересоваться. Они также будут смотреть все те программы, которые смотрят и сейчас. Те же, кто ловит обычно аналоговое телевидение с буквы «А» в правом углу, должны будут купить приставку в том случае, если телевизор выпущен до 2014 года. То есть, другими словами, уже старый и нуждается в дополнительном оборудовании. Новые телевизоры, выпущенные с 2014 года, принимают цифровой сигнал. Люди разного как бы технического уровня. Кто-то сам сможет настроить, кто-то как старшее поколение, как бы им будет тяжело. Поэтому вот организовывается некое волонтерское движение. Наши предприятия будут участвовать, администрации взаимодействуем, как бы, чтобы каждому человеку прийти где-то у кого-то сложно. Помочь в настройках, помочь как бы консультации. Ну, то есть это такая многоступенчатая программа. Для начала сочинцам предлагают определить, все-таки нужна приставка или нет. Если нужна, ее можно купить в любом магазине электроники или в почтовом отделении. Можно обратиться в совет ТОС за помощью. Там выделят человека, который сможет прийти в дом и настроить оборудование на цифру. Многие уже переключились, другие ждут 3 июня. Но лучше, говорят специалисты, сделать все заранее, чтобы не испытывать лишних стрессовых ситуаций. Мне просто подарили приставку, сказали, что когда перейдут на кабельное, то мы эту приставку подключим к телевизору. Вообще у нас еще один телевизор, который уже с приставкой в самом телевизоре. А некоторые приставкой запаслись, и телевизор новый есть, все равно переживают. Пришли получить информацию, как бы не остаться без любимых фильмов и передач. Одним словом, пока идет разъяснительный процесс. В двух словах объясняют сотрудники, если вы сегодня ловите всего 2-3 канала, то точно нужно переходить на цифру и смотреть уже гарантированно все 20. Елена Овсецина, Дмитрий Говорков, телекомпания ФКТ. «Вместе мы – жизнь» – так назвали благотворительный концерт, который прошел в Адлере. Его организовали в районном доме культуры, а посвятили выздоровлению адлерца Арутюна Мхитаряна, который вернулся после проведенной в Москве операции.
Чтобы собрать средства на лечение молодого сочинского активиста Арутюна Мхитаряна, в прошлом году в Адлере прошли два благотворительных концерта. Арутюн – председатель молодежного крыла армянской общины «Сиван». В конце года ему сделали серьезную операцию в Москве, удалили опухоль головного мозга. В январе парень приехал в Сочи и вот в свой 20-й день рождения собрал всех, кто помог ему вернуться к жизни. Концерт благотворительный, чтобы отблагодарить всех людей, кто был рядом с ним, кто помогал нашей семье. И это цель для того, чтобы мы поняли, что люди друг другу должны помогать. Вместе мы добиваемся большего. В концерте приняли участие коллективы районного дома культуры и культурного центра «Сиван». Как и в 2018 году, зрителей было много. Мне 20, и я уже успел осознать значение слов «Вместе мы жизнь». И это не просто так. Наш концерт называется «Вместе мы жизнь». И наша команда также будет называться «Вместе мы жизнь». Арутюн создал волонтерскую организацию. С друзьями он уже побывал в детском доме ребенка, в доме престарелых, помогли детям с различными заболеваниями. И впредь молодые люди собираются двигаться в направлении благотворительности. Я помог ему организовывать это все. И концерт получился настолько таким хорошим, насколько сам человек. То есть заряжает энергией, бодрость, остается только положительные эмоции. И все молодцы, и хэштег «Вместе мы жизнь». Добро, благотворительность, помощь и сострадание. Только тот человек, который прошел через боль, может в полной мере осознать значение этих слов и ответить теплом своего сердца. Елена Овсецна, Алексей Кононов, телекомпания ФКТ. Сегодня начинается масленичная неделя, или по-православному сырная седмица. По церковному уставу в последнюю неделю перед Великим постом можно есть только сыромолочную пищу, яйца и рыбу. Самыми важными днями считаются понедельник, день встречи масленицы, четверг, когда гуляния входят в полную силу, и прощенное воскресенье, когда принято просить друг у друга прощения за нанесенные обиды. Ну а в следующий понедельник начинается Великий пост перед Пасхой. Напомню, в этом году она выпадает на 28 апреля. В народе же 7 праздничных дней масленицы символизируют проводы зимы и встречу весны. Главным символом масленицы, как известно, являются блины. Печь их принято уже с сегодняшнего дня. А традиционные народные гуляния на этой неделе запланированы в каждом районе города Сочи. Оскар в области гостеприимства. Сочинский отель «Острова» был признан лучшим спа-отелем страны на престижной премии Russian Hospitality Awards. Награду вручали в конце февраля в Москве. По итогам премии сочинский отель вошел в число 22 лучших в России. Расскажет Ольга Десятова. Лучший спа-отель. В номинации представлены. Конкурентами сочинского спа-отеля «Острова» на престижной премии Russian Hospitality Awards были и питерский «Хилтон», и московская «Барвиха». Но лучшим в своей номинации был признан отель у Черного моря. Сочинский отель «Острова», как это принято говорить в гостиничном бизнесе, взял «Оскар» в области гостеприимства. Russian Hospitality Awards – это самая престижная премия, отельная премия в России, в которой спа-отель «Острова». Вышел финал сразу в двух номинациях. Это лучший курортный отель и лучший спа-отель. Жюри оценивали отели по рейтингу в системе онлайн-бронирования Booking.com и Trust.you. Это составляло 50% от общей оценки. Остальные 50% – это оценка жюри по определенным критериям. Спа-отель «Острова» – это архипелаг из 4 островов – Лусон, Сицилия, Мурея, Сент-Барт. Это название баров, ресторанов и спа-центра отеля. Он находится в 10 минутах от центра курорта, но в то же время вдали от городской суеты, в живописном парке. Настоящая жемчужина курорта с разнообразием процедур для тела и души. Таких отелей, как спа-отель «Острова», в России очень мало, потому что настоящий спа-отдых, этот вот истинный сервис спа-услуг, мало где правильно и грамотно представлен. Поэтому мы гордимся, что у нас получилось и нас так высоко оценили. Теперь престижная награда в области гостеприимства Russian Hospitality Awards занимает почетное место в отеле, наряду с другими не менее значимыми премиями. Сочинский спа-отель отмечают в различных конкурсах, по достоинству оценивая уровень обслуживания и предлагаемых услуг. Ну а самая дорогая награда отмечают в отеле «Острова» – это гости, которые, побывав здесь однажды, обязательно возвращаются сюда вновь. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.
Весенний трофей. В Сочи прошли всероссийские соревнования по картингу. Картодром на Пластунке собрал 100 спортсменов из 30 регионов и 45 городов страны. Пробиться на престижный турнир, который впервые прошел на курорте, удалось и одному сочинскому пилоту. К слову, до соревнований такого уровня картодром дорос к своему 32-летию. День рождения трассы отмечают в этом месяце. Подробности далее. Какие соревнования, такие и участники. Слабых пилотов на сочинский картодром не допустили. Борьба за лидерство развернулась нешуточная. А тут еще и трасса, которая считается одной из сложнейших. Как говорят сами пилоты, после сочинского картодрома не страшны никакие подводные камни. Вернее, кочки и повороты. Такому опыту тренеры только рады. Несмотря на то, что уже не первый раз на этой трассе, каждый раз, когда приезжаем, обязательно, как ритуал, пройти по трассе, просмотреть все участки. Мы в Сочи всегда с радостью приезжаем, потому что зимний период, не у всех бывает возможность поехать в Италию на итальянские трассы, где проходит зимнее первенство. Сергей Южаков привез на весенний трофей трех пилотов. Один из них финишировал вторым. Реванш пилот планирует взять на втором этапе всероссийских соревнований, который состоится в городе Грозный. Сил не хватало уже, очень много кругов. Думаю, если еще года 3-4 ездить, то могут взять там формульные классы и дальше переходить в Формулу-1. Первым планировал финишировать и сочинец. На Матвея Цветкова делали ставки его наставники. Но, как оказалось, скорость болида – это еще не показатель мастерства. В итоге третье место. Ну а мечты никто не отменял. Чуть не повезло. Это спорт. Все время так бывает. Попасть в Формулу-1, там, стать чемпионом мира. Ну, все как обычно. Григорий Примак из Тольятти стал шестым. Пилот отмечает, гоняться в Сочи задача не из простых. И полученный здесь опыт, как и сама награда, дорогого стоит. Картодром подготовлен реально на высшем уровне, но трасса не особо подходит для нашей техники, и мы будем пытаться ее доработать в следующие разы и побороться за чемпионство. Сочинская трасса – это необычная трасса, и к этой трассе я бы хотел бы подготовиться более усиленно. Одним из немногих, кому удалось покорить сочинскую трассу, стал чемпион России Алексей Смородинов. 19-летний пилот планирует делать карьеру в большом спорте, но в отличие от младших коллег по цеху, о королевских гонках уже не мечтает. Ради удовольствия. Реально, только так. Удивили, я думала, скажете Формула-1. Нет, туда нереально попасть, к сожалению. У нас впереди сезон чемпионата России по картингу, поэтому пока только на него. Вот. Но стремимся выехать за границу на международный чемпионат. Что же касается национального чемпионата, то он тоже может пройти и на курорте. Сочинский картодром не только легендарный, но и современный, отмечают руководители Федерации картинга. Я очень доволен, что сегодня прошли всероссийские соревнования. Дальше мы будем смотреть, будет здесь чемпионат России, и это все будет зависеть от желание города Сочи, скорее всего, мы-то готовы. Здесь очень много людей, которые подходили, говорят, мы первый раз на этом картодроме, мы не ожидали, что такого уровня картодром. Различные чемпионаты, кубки и первенства на сочинской трассе проходят традиционно, но весенний трофей – самый престижный турнир и прошел на курорте впервые. До нового уровня картодром дорос к своему 32-летию, шутит его директор Борис Чхетиани. Но здесь он дядя Боря, который вырастил несколько поколений автолюбителей. Как известно, идея построить в Сочи картодром принадлежит именно ему, впрочем, как и ее реализация. Это был 85-86 год. Начало перестройки, раздрай. Много-много чего было негативного. Пацаны портились. Я предложил построить картодром. Я говорю, пацаны это любят. Я был в комитете по делам несовершеннолетних. Мы говорили. Я говорю, слушайте, ну что мы говорили не занимались? Давайте что-нибудь сделаем. Ну вот я предложил вот такой вариант. Меня поддержали и случилось вот то, что случилось, и получилось хорошо. Конечно, мы академика вырасти не можем. Я уже много раз об этом говорил. Но мужики у нас вырастают чудные. Традиции живы. На картодроме всегда масса мальчишек. Такой и была задача 32 года назад. Очередной десант пилотов сюда прибудет уже через неделю. Ну а в августе снова масштабный слет экстремалов. На одной из самых длинных гоночных трасс страны состоятся очередные всероссийские соревнования «Кубок Черного моря». Ольга Десятова, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.
На этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях, в группах «Новости Сочи ФКТ», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. В студии была Инга Габиша. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.